Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Это урок 21. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. В этом видео очень крутая штука от Woodmart. Посмотрим сразу на моем демо-сайте через имитацию мобильного устройства, так как этот урок будет относиться к функциям, которые будут показаны только на смартфонах. Это нижняя залипающая такая вот позиция внизу. При прокрутке сайта вы видите здесь вот иконки с текстом. На мой взгляд, это очень прикольная штука. Далеко не во всех темах есть такие возможности. Это быстрые ссылки на, допустим, каталог сайта. Кликну, если по магазину, да. Дальше это фильтрация. Ну, здесь пока у нас не заданы это фильтры. Отсортировать, допустим, по каким-то критериям товары. Избранные заказы и мой аккаунт. И самое главное, вы можете все отсюда убрать и поместить сюда свои иконки или вообще отключить этот бар. Давайте рассмотрим. Находятся настройки, получается, Woodmart, настройки темы. Далее общие и мобильная нижняя панель. Она у нас по умолчанию включена. Мы ее можем отключить и при обновлении страницы ее вообще не использовать. Ну, если, допустим, вы не хотите использовать эту панель. Следующая опция отключает название. Остаются только иконки. То есть более компактный вариант. И дальше идет самое интересное. Вот здесь вот страницы, которые по умолчанию. Мой аккаунт, заказ, избранное. Вы по крестику можете удалить хоть все. Назначить какие-то ваши страницы созданные, которые уже страница блога, главная. Или вообще произвольные ссылки. Допустим, кнопка 1 выбираю. И ниже у нас получается есть возможность загрузить до 5 кнопок ссылок. То есть, допустим, кнопка 1. URL я поставлю просто заглушку. Далее иконку загружаем в Media Manager. Я возьму несколько иконочек. Допустим, хочу социальные сети сюда разместить. Выбираю Telegram. Здесь пишу Telegram. Соответственно, потом еще несколько кнопок. Кнопок 2 и кнопка 3. И также забиваю здесь. И у меня получается, здесь я прикрепил Telegram. Дальше, допустим, WhatsApp, Viber. И что получается? Очень крутая штука, да? Всегда на виду ваши контакты, Telegram, WhatsApp и Viber. Можете использовать так, как вам здесь будет интересно. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress.
вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы, мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации, возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.